В актовом зале администрации Одинцовского округа прошло очередное собрание по обсуждению налоговых задолженностей. Комиссия выслушала объяснения должников. Алексей Портненко не так давно возглавляет гаражный кооператив. Накопившийся долг в сумме более 800 тысяч рублей объясняет неправомерными действиями прежнего руководителя. Он брал взносы членские и не уплачивал ни налоги, не производил никакие действия в гаражном кооперативе. По этому поводу в 2019 году у нас было собрание, был составлен акт ревизии, на основании которого позже было направлено заявление в следственный отдел. Несмотря на то, что следственные действия пока продолжаются, долг постепенно оплачивается. О своей работе в отношении нерадивых налогоплательщиков отчитались и главы теруправлений. В частности, на территории Барвихи есть три фирмы, долг каждой из которых составляет по несколько миллионов рублей. При этом найти две из них крайне сложно. Они не располагаются по указанному адресу. Мы с своей стороны написали письмо в налоговую с просьбой провести мероприятие по уточнению, так сказать, внесению в ИГРЛ, так сказать, изменений в отношении, так сказать, настоящего возможного адреса, который нам неизвестен. Также в Барвихинский отдел полиции направили письмо с просьбой помочь в установлении места нахождения, так сказать, представителей данной организации. Всего в период подготовки к заседанию комиссии было оплачено более 2 миллионов рублей. Работа по взысканию задолженности продолжается. Должники будут приглашаться в окружную администрацию дважды в месяц. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».